Совсем скоро на телеканале ТВЦ состоится премьера сериала «Судьба по книге перемен», в котором мы увидим новые приключения Мани Поливановой и Алекса Шангирея. Новый четырехсерийный детектив основан на одноименной книге Татьяны Устиновой, опубликованной в декабре прошлого года. Павел Турбинер и Кристина Бабушкина вернулись к своим ролям. Изначально продолжение серии про Маню и Алекса не планировалось, но Устинова так соскучилась по Мане, что решила его написать. А актеры с большой радостью согласились принять участие в съемках. Премьера мини-сериала «Судьба по книге перемен» состоится уже в ноябре 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.